Казанский федеральный университет посетил генеральный секретарь Национального комитета ИКОМОС Китая Гуожан. ИКОМОС – это Международный совет по памятникам и достопримечательным местам. Эта организация занимается вопросом сохранения охраны культурно-исторических мест по всему миру. Родилась идея для того, чтобы активнее включать и Татарстан, и Российскую Федерацию в систему международных отношений. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. В основном речь шла о проекте «Великий шелковый путь», который появился еще в 1987 году. Здесь говорили о концепции российских коридоров Великого шелкового пути и о роли Татарстана в этом проекте. Он предлагает именно Татарстану в системе Великого шелкового пути стать той базой, на которой будут нанизываться другие участки. Здесь достаточно много. Это Волжский участок, это Кавказский участок, это Сибирский, потом выход в сторону Азербайджана, Ирана, это Каспийский, и выход в Западную Европу. В планах провести в 2018 году международную конференцию, посвященную Великому шелковому пути. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.